Всем привет! Сегодня будем готовить нереально вкусный пирог с яблоками. Поэтому подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять этот рецепт. Жмите рядом на колокольчик, тогда вы будете в курсе всех новых видео. А мы начинаем. В емкость, где будем замешивать тесто, наливаем 250 мл кефира. Кефир должен быть кислый и теплый, подойдет любой жирности. Кстати, кефир можно заменить на простоквашу. Теперь в кефир добавляем 200 граммов сахарного песка, 2 яйца и щепотку соли. И все хорошо перемешиваем. Далее добавляем пшеничную муку 300 граммов. Муку необходимо обязательно просеять через сито. Это нужно для того, чтобы мука насытилась кислородом. И сразу к муке добавляем разрыхлитель. Все аккуратно перемешиваем. У вас должно получиться тесто среднее по густоте и гладкой текстуры. Примерно вот так. А пока тесто убираем в сторонку и займемся яблоками. По желанию яблоки обрезаем от шкурки. Яблоки берите на свой вкус, кислые или сладкие. У меня сегодня сладкие зеленые яблоки. Далее яблоки нарезаем небольшим кубиком. Теперь нарезанные яблоки перекладываем в емкость и добавляем столовую ложку корицы. И перемешиваем. Если корицу не любите, можете не добавлять. Следующим этапом яблоки с корицей добавляем в тесто. И все аккуратно перемешиваем. Теперь заранее в подготовленную форму выкладываем тесто. Диаметр моей формы 22 сантиметра. Форму я ничем не смазываю. Теперь сверху равняем ложкой. И немного форму потрясем, чтобы тесто равномерно распределилось по форме. По желанию будущий пирог декорируем яблоками и отправляем в разогретую духовку. Запекаем пирог на среднем уровне 40 минут при температуре 180 градусов. На время готовности следите по своей духовке. Готовый пирог достаем из духовки, остужаем, извлекаем из формы. Завариваем чаек и подаем на стол. Пирог получился очень мягкий, нежный, ароматный и очень вкусный. Много яблок и мало теста. Друзья, рекомендую, приготовьте. А теперь, если рецепт вам понравился, тогда поставьте лайк и подписывайтесь. А также добавляйтесь в соцсетях, ссылки найдете в описании под видео. Желаю всем приятного аппетита и хорошего настроения. Спасибо, что были со мной.